Магазин ковров считает, что капитализм отличается от коммунизма тем, что первый уже не является идеологией, и поэтому все ужасы, которые ему приписывают, троеточие, не являются релевантными, потому что капитализм — логическое продолжение развития отношений между людьми. Что думаете по этому поводу и почему не использовали этот аргумент на дебатах с Нетупым? Ну, смотри, на дебатах с Нетупым я принципиально, значит, занимал гораздо более левые позиции, чем сам Нетупой, потому что основная аудитория этих дебатов — это, в общем-то, коммунисты, которые пришли посмотреть на Нетупого. Поэтому я занимал там ультралевые позиции, и, исходя из этого, я принципиально не защищал капитализм, в частности, потому что я считаю, мое глубокое убеждение, что капитализм, он не нуждается ни в каких защитниках. То есть защищать капитализм — это все равно, что защищать законы гравитации, или там, я не знаю, защищать солнечный свет. То есть это просто бессмысленная идиотская система. То есть я, наверное, соглашусь с Ковром о том, что капитализм — это не идеология, это просто совокупность тех практик, в рамках которых мы существуем. И для того, чтобы капитализм существовал и функционировал, он не нуждается в какой-то идеологической защите или в каких-то лозунгах, чтобы на улице висели лозунги, там, да здравствует капитализм, там, не знаю, светлое настоящее всего человечества. То есть существующих методов экономического принуждения вполне достаточно, чтобы капитализм нормально функционировал. Поэтому пытаться защитить капитализм на каком-то идеологическом уровне, ну, это просто бессмысленно, зачем это нужно? Это просто некая реальность. Это все равно, что, знаешь, в дискуссии с христианами защищать наш мир, тот, как бы нашу реальность. Да, они будут говорить: все пронизано грехом, этот мир ужасен, он отвратителен, видите. По каждый день кто-то умирает, болеет, и грязь и смерть, и тление, там, значит, гниение, все это отвратительно, а вот у нас есть рай, который мы выдумали, там все хорошо. Но это вот примерно то же самое, как с социалистом каким-нибудь капиталистического общества обсуждать. То есть дискуссия, она не имеет смысла именно с таких позиций.